Рывок и толчок. Как выполнить эти два движения с большим весом? Ответ на этот вопрос узнали учащиеся 25-й школы. Для них люберецкие спортсмены провели мастер-класс по тяжелой атлетике. Организаторами мероприятия стали спорткомитет и управление образованием округа. Вот так неожиданно и ярко состоялся звездный час девятиклассника Леона. Ученик 25-й школы поднимает 30 килограммов без особых усилий. А все благодаря тому, что он начал заниматься спортом еще в детстве. Вот прямо в этом зале у нас была секция тэквондо, и родители меня с раннего возраста отдали. Ну, я понимаю, что это пригодится в будущем. То есть сейчас я занимаюсь боксом, я чувствую себя защищенным. То есть понимаю, что вряд ли кто-то будет там приставать или что-то такое. Понимаю, что я могу дать отпор. Проявить себя во время мастер-класса могли все присутствующие ребята. Смотивировали их на это воспитанники Люберецкой детской спортивной школы. Они на собственном примере доказали, что регулярные тренировки, опытные наставники и постоянная работа над собой позволяют достичь успеха любому, даже начинающему спортсмену. Сверстникам профессионалы показали классический рывок и толчок – два основных движения тяжелой атлетики. Саша Самойлова, к примеру, уже мастер спорта России, а Влад Бершак всего за несколько лет научился поднимать большие веса. Мне 14 лет. Лучший результат в рывке у меня 68, а в толчке 83 килограмма. Силовой спорт – это движение для, спорт для настоящих мужчин. И когда ты берешь новую высоту, это поможет тебе в будущем с выбором профессии и достижения новых высот. Выносливость, сила характера, умение достигать поставленных целей. Эти качества в юных спортсменах развивают в секции по тяжелой атлетике в Люберцах. На базе детской спортивной школы отделение работает менее года, однако за это время уже стало понятно, что этот вид спорта востребован у местных жителей. Детей у нас пришло достаточное количество. Я вам примерно скажу, что в данный момент сейчас занимается более 70 детей. Очень это радует, потому что тяжелая атлетика как бы развивается в разных направлениях. Принимаем мы детей с 10-летнего возраста, но и приходят достаточно еще ранее, с 8 лет приходят. Мы всех принимаем, естественно, с медицинским обследованием. В течение года показательные выступления по тяжелой атлетике пройдут во многих школах Люберецкого округа. Их участниками станут лучшие воспитанники отделения. Мастера спорта международного класса, которые защищают честь страны на мировом уровне, а также члены сборной Московской области по тяжелой атлетике. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.